те две клумбы, которые изначально были заполнены цветами, там уже букеты просто не помещаются, и люди начинают складывать эти цветы на пол. Ну, приходят сюда и целыми семьями, и не только те, кто хочет таким образом выразить свои соболезнования и поддержать французов в этот тяжелый для них момент, но и те люди, в жизни которых произошла подобная трагедия,